Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, который каждый день радует своих зрителей все новыми и новыми видео. Да, ребята, у меня в трансляциях моих видео нет абсолютно никаких перерывов. Каждый день на канале появляется по несколько новых видеороликов с абсолютно разной тематикой. Поэтому, если вы хотите видеть все про World of Tanks Blitz прямо сейчас, подписывайтесь на канал. Хотите быть в курсе всех новостей, подписываемся на канал. Хотите видеть абсолютно честные обзоры на любые танки, которые есть в этой игре, подписывайтесь на канал. Ну и само собой, если вы хотите быть в курсе всех новостей того, что происходит в нашей игре и что ожидает вас в ближайшем будущем, я думаю, вы знаете, что вам сейчас необходимо сделать. Все правильно, подписаться на канал. Ну а теперь переходим к теме сегодняшнего видео. Дим, спасибо тебе большое за то, что ты прислал свой реплейчик того, как ты открывал контейнеры. Дима открыл целых 106 контейнеров, собери их все, и сейчас вы увидите, что у него с этого получилось. Само собой, после просмотра самого процесса открытия контейнеров, я подобью калькуляцию, и мы вместе с вами посмотрим, насколько для Димы это было выгодно. Перед тем, как вы начнете смотреть эту видеозапись, ребят, я хочу обратиться к каждому из вас. Я очень сильно прошу вас, не открывайте, пожалуйста, контейнеры только лишь ради того, чтобы записать это на видео и отправить ко мне для того, чтобы это видео появилось у меня на канале. Я безумно благодарен вам за то, что вы помогаете каналу расти и развиваться, снабжаете его все новым и новым контентом в обработку, но мне бы очень сильно хотелось, чтобы вы не делали это себе в ущерб. Поэтому, если вы знаете, что вы не везучий игрок на контейнеры, пожалуйста, не играйте с судьбой, лучше покупайте что-нибудь напрямую из магазина. Да и плюс к тому, мне бы не хотелось, чтобы для вас эта игра превратилась в казино из великолепной игры с танковыми баталиями. Ну а теперь, друзья мои, приятного просмотра, а в конце, как я уже говорил, мы подобьем итоги. She told me don't worry no more. We both know you can't go without. She told me you'll never be alone. I can't feel my face when I'm with you, but I love it, oh I love it. I can't feel my face when I'm with you, but I love it, oh I love it. I can feel my face when I'm.
Ну что ж, друзья, давайте будем подбивать калькуляцию того, во что это все обошлось Диме, ну и что он с этого получил. Как я уже сказал, всего было открыто 106 контейнеров. Я не знаю, каким образом Дима покупал данные контейнеры, возможно, за реальные деньги, а возможно, за золото, но посчитать каким-то образом его затраты все-таки необходимо. И я посчитал следующим образом. 3 контейнера стоят 1500 золота. Таким образом, 106 контейнеров будут стоить 53 тысячи голды по 500 золота за каждый контейнер. Таким образом, будем считать, что 106 контейнеров равны 53 тысячам потраченного золота. Что с этого наш герой получил? Он получил себе ТОК-2, который продают за 2500, Кейлера за 6500, М41Д за 4000 выставляли на продажу. Ему выпала черепаха, причем 2 раза, но будем считать 5500, потому что за вторую, даже если первой у него не было, он в любом случае получил компенсацию серебром. Т-34 экранированный продавали за 3000 золота. Объект 260, 20 тысяч золота. ВК-4503, которого недавно можно было забрать бесплатно, продавали в свое время за 3500 голды. ИС-6, 5500 золота, в свое время выходил на продажу. Ну и Т-2020 в последнее время отдельно на продажу не выходил, но был в составе набора с Лорейн 40 тонн и Чифтейном за 7500 голды. Но справедливости ради, стоит отметить, что это восьмерка, пускай не самая годная, и я бы предположил, что если бы его продавали отдельно от данного набора, то, скорее всего, оценили бы его в 5000 золота. Таким образом, общая сумма, на которую было собрано танков, по моим подсчетам, составляет 55500. Также стоит отметить, что из данных контейнеров «Собери их все» были собраны сертификаты на 1000 золота 14 раз. Итого, получается, вернулось 14 тысяч золота. Получается, что прямая затрата 53 тысячи минус 14 тысяч составило 39 тысяч золотом. За 39 тысяч золотом наш Дима забрал себе танков на 55,5 тысяч. К сожалению, Дима не сказал мне по поводу того, какие танки у него были уже и за что он получал компенсацию, поэтому, возможно, данная математика не является 100% верной. Но по-другому посчитать у меня просто не было возможности. Братцы мои, если вдруг у вас есть подобные записи, обязательно отправляйте их на электронную почту или скидывайте на эту электронную почту мне ссылку на Google Диск. Адрес электронной почты я положил в описании к данному видосу. Но еще раз повторюсь, пожалуйста, не рискуйте просто ради того, чтобы заснять видео. Делайте это только лишь из-за того, что вам самим хочется открывать данные контейнеры, дабы, как я уже сказал, данная игра не превратилась для вас какой-то адреналиновой иглой и способом получения исключительно, не знаю, каких эмоций, позитивных или негативных. Я надеюсь, что все-таки позитивные эмоции вами будут движить. Я побежал снимать специально для вас, ну а вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.